Привет, вы на канале Гастропутеводитель, здесь я ем, что попало. Возле станции метро Бунинская аллея открылась новая столовка. Интересно, что это такое. Раньше здесь стояла палаточка с шаурмой, и о, сюрприз, здесь тоже продают шаурму. Продавец сказал, что все будет круто, но пока выбор скуден. Шаурма так шаурма. Я заказал шаурму в зеленом лаваше. Да, да, да. Чувак немного напрягся, когда увидел, что я его снимаю. Признался, что он не настоящий шаурмен. А теперь уже напрягся я. Что мне достанется? Но вроде все делает грамотно. Ладно, посмотрим. Ну, по крайней мере, он ингредиентов не жалеет. И это хорошо. Вон сколько мяса выложил. Нормально. Все как в лучших ресторанах этого жанра. Более-менее аккуратненько сворачивает. Вот так. И последний штрих. Вот такая получилась шаурма. По-моему, отлично. Да, я заказал еще айран. Идеальный напиток к этому блюду. Отлично. Сытно, вкусно, аппетитно. Еще раз вам интерьерчик. В целом я доволен. Отличная шаурма.